Меня зовут Едвига, я автор блога «Еде Тартбай». Аргентина – это не только южноамериканская страна, но еще очень полезная рыба от компании «Виталюр». И сегодня мы из нее приготовим омлет. Аргентину необходимо припустить в горячей воде, а затем отделить мякоть рыбы от костей. Отварной картофель слегка подавить, добавить рыбу, петрушку, соль и перец. Затем взбить яйца, смешать их с твердым сыром и добавить к рыбной смеси. Все тщательно перемешать и выложить в форму для запекания. Готовить в разогретом до 180 градусов духовом шкафу около 20 минут. Такой омлет служит отличной закуской и сопровождается солеными оливками и свежими овощами.